Все мы знаем о Minecraft Pocket Edition. Версия Minecraft портирована для карманных и мобильных устройств, поддерживающих операционную систему Android и iOS. В основном, конечно, данными устройствами являются смартфоны и планшеты, однако некий умелец смог установить карманную версию Minecraft на часы Android Wear. Несмотря на слабое железо, игра все же запустилась на часиках, и даже с прогрузкой бесконечного мира. Но слабое железо устройства сыграло свою роль. При крупной прогрузке мира или каких-либо чересчур активных действий в игре начало проседать количество кадров, то бишь FPS. И как вы видите, играть все же не очень комфортно, хоть и прикольно.